Актеры о звучании видеоигр объявили забастовку. Плакаты и лозунги у штаб-квартиры компании Electronic Arts в Лос-Анджелесе собрались более сотни активистов. Одним из лидеров акции стал актер Фил Ламар, озвучивавший персонажей в таких мультсериалах, как «Футурама», «Лига справедливости» и «Самурай Джек». И есть чем быть недовольными. Долги по зарплате и непрозрачные контакты. Забастовка началась после провала переговоров между гильдией актеров и 11 компаниями-производителями видеоигр. Бастующие требуют запретить компаниям набирать штат актеров, не объявляя им, над каким проектом они будут работать. Ведь это позволяет компаниям экономить на зарплатах, не привязывая бонусы к последующим продажам игр. А между тем, работа не такая-то и простая. Things didn't collide. When you take an interactive game to a performance capture studio, it's a completely different experience for the gamer. And for the actor.